Всем привет! Лежала я, лежала. В итоге решила накраситься. Приехали родители с дачи. Сейчас пойду в гости зайду. Зайду в магазин. И домой опять. На улице зима. А еще я опять какая-то синяя. Не знаю, что это сказать. Ну я, конечно, все понимаю. Ну чтоб такой снег весной. Появился новый цветок. Мама отдала, надо сегодня посадить. Это он уже какой большой. Здоровый. Конечно. Мадмуазель. Сегодня такой день, что-то так устала. Решила поубирать за окном всякую траву вот эту вот. Еще с осени, которая лежит. Вот. Убирала. Ну, сначала ходила к маме, потом убирала. Приняла ванну. Сейчас сделала себе чаек и буду смотреть все. Вышла гулять с этой Марусей, так как родители уехали на дачу. Кому как еще не тогда нет. У нас начнется тепло, я не знаю. Мне уже так надоел этот холод. Ужас просто какой-то. Вчера вроде тепло было, сегодня уже опять холодно. Всем привет, ребят! Вот просто 9:30 вечера, чем занимается Алена? Вы сейчас обалдеете просто. Просто это кошмар. I feel it deep inside my bones with you,
Там лучше две минуты. Да, да, да. Я как раз подготовлюсь. Готов? Да. Волнуется. Столько лет искал тебя. Покой мой верам, правда в одной тебе. Теперь мое сердце разрывается от любви к тебе. Плачет белое, ты надела, невеста моя. Вся вселенная неизбежная судьба моя.